Привет-привет, мои хорошие, привет, дорогие друзья, с вами я, Вадим Котов, и, ребят, у нас с вами веселый-веселый обзорчик моих любимых игруль. И начнем мы игру с побега из тюрьмы. Побег из тюрьмы, третья часть. Так, здоровенный, ого, ребят, здоровенный ключ. Знаете, что здесь надо? Смотрите, я его не могу вообще никак подвинуть. Просто надо попрыгать по нем, и он уменьшится, блин. Ха-ха-ха. Так, ребят, оп, что ты глючишь, ты, парнишка, тыщ. Поставьте лайк, пожалуйста, под этим видео. Говорят, что самые крутые подписчики ставят лайк за 3 секунды. Раз, два и три. Ты поставил? А, я вижу, поставил. Красавчик. Ты у меня супер-пупер подписчик. Молодец. Я тоже, кстати, жмакнул. Так, ребят, сейчас мы этот ключик уменьшим и пойдем на следующий левел, на 19-й. Бдыщ. Все, ребят, вперед. Тык-дык-тык-дык-тык-дык-тык-дык-тык-дык. Есть. Так, ребят, смотрите, 19 уровень, называется помощник. Ого, смотрите, вот я маленький такой. О-ха-ха-ха-ха. Бдыщ. Ох, ух, ёлки-палки, прикольно как. Так, чувак. А чё, я могу, в принципе, идти уже или не могу? Или мне надо этого чувака подвинуть? Да, ребят, реально, надо его, смотрите. А ну, пойдем, быстро. Тык-тык-тык-тык, давай, дружок, давай, не тормози. Давай, на выход. Пока полиции нету, надо сматываться. Быстро, давай. Блин, ребят, смотри, все равно не прочитаешь. Так, надо осторожненько. Вы видите, что тут творится? А ну-ка, куда я попаду? А ну-ка, оп. Ага, вы видите, короче, я кручусь на одном месте. А если я сюда пойду? О, ребята, я не могу сюда пойти. Сейчас я пойду, смотрите, бак, и сюда идем. О, здесь не, ребят, сюда не. А, во, вижу. Ха-ха-ха. Не, я тут только что был. А как, ребят, как мне, как мне зайти туда, вот, например. Сейчас подумаю, я подумаю. А, ребят, вы видите? Ха-ха-ха. Сейчас, ой. Брик, вот, смотрите. Где это я? А нет, тут тоже, ребят, прыгать сильно нельзя. А то можно, блин, допрыгнуть до... Непонятно куда. Бдж. Вообще... Бдж. А, во, вы увидели? Йо-ху! Мама мия! Как стрёмненько! А ключ? Ау, народ, вы чё? Ой, блин, ребят, где я появлюсь? Бдж. Вот он я, парам! Здрасте! Ребят, я прошел! Есть, на выход, ура! Конечно, легко и просто. Так, ребят, что у меня еще есть? Опа, что это за игрулечка, ребят, смотрите. Perfect Snipe, идеальный снайпер. Давайте попробуем, что это за ерунда такая. Опача, смотрите, какой киллер. Здорово, браток. Постреляем. Так, ребят. Ой, блин! Я даже не успел. Чувак, я не успел даже, постой, прицелиться. Headshot. Так. Headshot. Так, я не понял. Да куда ты стреляешь? Ребят, как? Блин. Чё ты дёргаешься, чувак? Так, ребят. Кстати, чё-то не так делаю. Ао. Ну всё, тебе ласты. Братан, я тебе башку отстрелил. Так, ребят, что это такое? Да не стреляй, Вадюха! Этого чувачка надо, ребят, прикончить. Оу, идеальный выстрел! Вот так. Отлично. Так, ребят, и давайте еще одну миссию выполним. Что же сделать надо здесь? Главное, ребят, не торопиться. Кого прикокнуть? Я не понял, кого прикокнуть? Этих парней? Headshot. Да нет проблем. А этих пацанов беленьких? Ну вы поняли, да? Короче, игрулечка еще та себе. Так, что мы, ребят, чё сделаем-то? Может, в Among Us? Давайте в Among Us. Так, предатель среди нас, ребят, игрулечка загружается. Бим-бим-бим. Кто там еще не поставил лайк, ребят? Ставьте лайки. Так, ау, игра, появись. Ребят, вы видите это черное пятно? Ха! Я думал, это уже какашка какая-то. Так, заходим. Кто примет нас? Принимайте, Томми Ган. Вот он я, такой розовенький. Томми Ган. А, привет, пацаны. Как жизнь молодая-то? Ха-ха. Мы начинаем через 3 секунды. Ну, хорошо. О, тишина, ребята. Среди нас предатель. Член экипажа, один из нас предатель. Ха-ха-ха.
Так, ребят, главное, чтобы меня не кокнули. Проведем картой. 4 задания. Это немного. Быстро. Достаем карточку. И... О! Так. Щут. Хоп. Так, красный, ты чё? Отвали от меня. Реактор. Запустить реактор, ребят. Хранилище не надо. Не. Так, мне еще в электрик надо. В электричество. Ух, ребят. Так, что здесь? Опа. Есть, ребят. Валим отсюда. Нижний двигатель. Примите отправленную энергию. А, убили синенького. Ребят, синенького кто-то кокнул. Ого, и красненького тоже. Так, я не знаю, кто, ребят. Неживой это красный. Токсик, проблем. Кто? 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 Так, ребята, давайте голосуйте. Опа. Так, чувак, белый, короче, ребят, белый, стопудово. Он уже проголосовал. И красный. Ну давайте, я не знаю кто. Кого убили? Ха-ха-ха, я согласен. Может это зеленый этот? Короче, ребят, сейчас будет что-то интересненькое. Проблем. А, не принято единого решения. Опа. Никого нет. Не, мы не смогли принять единого решения, друзья мои. Так, выполняем. Выполняем. Так, так, так. Токсик. Ух, ребят, токсик. Стопудово этот токсик, наверное. Так, бежим в электричество. Принять энергию. Так, реактор, ребят, реактор. Так, запустить реактор. А где? Еще не запускается. Так, 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 реактор. Ух, ёлки-палки, блин, самое длинное задание такое. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Задание выполнено, и меня убил этот жук. Ребята, это он, ребят. Я за него голосовал не зря. Ах ты жопа, проблема. Да, ребят, проблема. Щиты, почините щиты. Ребят, а где щиты? Проблема. Падла ты такой, я тебя вычислил, говно. Я тебя вычислил, ребят. Вы видели, я за него голосовал. Он мне сразу подозрительным показался. Да, чувачок, да. Ха-ха-ха. А он мне отомстил, ребят. Он мне отомстил. Он понял, что я знаю, что он предатель. Это белый. Ха-ха-ха. Да, пацаны, да. Белый, прощай, чувачок. Зашел, белый вышел. Да, да, да. Пока-пока, белый. Пацаны, накажите. Накажите его. Давай, 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 друг мой, давай. Пацаны, голосуйте. 4 секунды осталось. 1, 2 и белый. Мы выиграли. Мы выиграли, братаны. Он был предателем. Вот так вот, ребят. Вот так вот. Ну что, попробуем пранкануть нашу училку. О, ребят, а может я буду за училку играть? Да, это игра Scary Teacher 3D, друзья мои. Очень интересная и прикольная игра. Люблю училку пранковать, ребят. Но еще больше люблю, конечно же, выполнять задания и смотреть на ее реакцию. Ой, я облажалась. Так, ребят, за кого же я буду? За учительку или не за учительку? О, не, ребят, я буду за парня. TF. А что TF? Я думал, это Коля. Коля, я думал, Коля. Я думал, его зовут Коля, ребят. Я не знаю, что я так думал, но мне казалось, это Колян. Так, Коляныч, давай не тормози. У входа тут не стоим. Ого. Ты понял, ты понял, ты понял, как она летит? На кухню летит, ребят. Так, тут нету. Валим, валим, валим. Она выбежит. Выбежала, выбежала, ребят. Так, ребят, она застряла, вы видите? Она застряла. Так, ребят, она, кажется, вообще застряла, а я немножечко отвлекся. Так, ребят, где же может быть этот? Так, 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 подарок, подарок. О, ребят, я нашел подарок. Вот это да, жестяная. Так, 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 ребят.
Мы сейчас на ступенечки и выйдем отсюда. Так. Есть, ребят, мы победили, мы попранковали над училкой. Ну да, неплохо. Так, ладно, ребят, что, на сегодня буду заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Talking Tom Movie. С вами был я, Вадим Котом. Ребят, пока-пока.